Всем привет, друзья, с вами Миша. Сегодня я снова играю в игру под названием Car Parking. Да, под прошлым видео в Car Parking набралось очень много просмотров. Это я теперь и буду снимать про Car Parking. Ну и про кошку Мишу свою, и про Car Parking, короче. Так, ну что ж, я вам хотел свою тачку показать, которую я сделал в честь своего YouTube-канала. Вот она, где-то. Где он, подождите, а где он реально? Стоп, а где он находится? Это не... А, вот он, Nissan Cervelia. Вот, на нем аватарка моего канала и название, вот. И она... И я еще хочу вот центр тяжести вот так поменять, вот так. Вот так поменять. Кстати, в конце видео покажу, как коины бесплатно получить. Захожу в игру, сейчас я вам покажу, как моя тачка... Я видео максимум 4 минуты сделаю, потому что длинным нельзя делать. Потому что, ну оно... Воу, вот это... Блин, а чё оно, блядь, перекидывается? Так, вот смотрите, сейчас я вот так сейчас переключусь. Блин, как этот значок убрать. Вот так, смотрите. Воу-воу-воу-воу-воу! Ля, как она... Воу. Так, тихо-тихо-тихо. Блин, она перекидывается. Так, сейчас... Это именно на этот Nissan Cervelia работает. Или как там исправьте. Вот это! Вот это я! Тихо-тихо! Ну что ты перекидываешься вечно? О, вот это она на задних колесах. Так, сейчас я... Ну, я думаю, сейчас можно показать, как коины накрутить. И это абсолютно бесплатно, без бана. Вам не понадобится никаких сайтов, никаких программ. Просто Car Parking и все. Вот смотрите. Мы заходим вот сюда, вот эту, нажим вот здесь, да, day tax, диск, ой, короче, я не умею. Нажимаем на деталик, и вот у нас открывается такая менюшка. Тут нам нужно либо со скриншота перевести, либо перевести, что здесь написано. Я это уже знаю, я это перевел. Вот смотрите, например, вот задание. Нам нужно использовать эмоции 25 раз, и мы за это получим 15 коинов. Давайте же попробуем. Заходим сейчас, давайте попробуем. Так, ну давайте я сейчас буду использовать разные эмодзи 15 раз. Я. Так, чтобы никто ничего не заподозрил, что я где-то накручивал сайтов, я просто вам включу запись, чтобы... Так, давайте используем эти эмодзи, все любые, неважно здесь какие. Чтобы вы не подумали, что я за паузу сайта какого-то накрутил. Вот. Используем эмодзи. Так, ну, я думаю, уже... Так, используем. Это я в качестве доказательства, чтобы вам... Вот. Это какое-то задание делаем, ну, блин. Используем. Так, а теперь давайте попробуем в меню. Я думаю, я его уже выполнил, задание. О, смотрите, видите? У меня было 25 коинов, а теперь вот, я получил 15 коинов за свое задание. У меня теперь 40 коинов. Проверяйте рабочий способ. Всем пока.